У нас из Координационного совета фактически на свободе остаюсь я, и в Беларуси остаюсь я и Светлана Алексеевич, но Светлана Алексеевич по состоянию здоровья не принимает активное участие в деятельности. Такое происходит у нас сейчас каждый день. Задерживают людей. У нас более 600 человек задержано вчера, по сведениям Министерства внутренних дел, за участие в мирных акциях. В отношении их тоже будут вестись, видимо, в части из тех, которые не были отпущены, будут вестись административные процессы. Список политзаключенных у нас пополняется. То есть это ужасно, то, что произошло с Марией, Иваном и Антоном, но еще более ужасно, что это происходит со многими другими людьми, происходит каждый день на систематической основе.